экология? Да какая нахуй экология? Мы что, в Калифорнии, что ли, блядь? Ну чё, мотоцикл, может, поедем покатаемся? Ну да, вижу, ты не в настроении. Ну тогда не поедем. Любишь кататься? Люби с зашиповкой поебаться. Вот пизда. Андрюха, как всегда, съебался. И не слышит. Пиздец, намоталось, блядь. Небольшая загадка для детей. Почему мотоцикл не трогается вперед и не едет? В чем может быть проблема? Не, вроде все нормально. Прикольная звездочка такая. Ай, пизда! Молодец, охуенно! Ну да! Но у меня все равно правая нога вся мокрая стала. Ну, я чуть-чуть. Но могло быть хуже. Блядь, заебись! Я думал, хуёвее будет. Не, ну как-то соточку 110 уже немножечко так стремновато, так, когда эти ямки. Я бы сказал, вот это. Можно улететь. Да. Но 80-ник очень спокойно. Вообще не напрягаюсь. Это такое вот 90 вообще оптимум, наверное. Ну, короче, он меня там разогнался, все, у меня стрелка уже легла. На спидометре. 160? Да. Ну, значит, он пиздит. Такой он же расточенный уже. Но. Он больше идет. Но мы 160-то не ехали. Ну, блин, хрен его знает.